Всем привет! Мая 2018, и давайте рассмотрим, как здесь установить референсы. Как в блендере рассматривали, в 3D Quad посмотрели, так в ZBrush тоже рассмотрено. Вот теперь Maya тоже вопрос такой стоит, как. Тут будет два путя. Первый путь — это вы переключаетесь на 4 экрана, щелкаете левой кнопкой мыши на экран и жмете вот на этот значок. Здесь выбираете какой-нибудь именно референс, подгружаете на одно окно, переключаетесь, колесико приближает и работаете через Alt. Alt, левая кнопка мыши вот так вот все крутит, правая кнопка мыши с зажатым Alt все это дело отдаляет, приближает, ну и Alt зажатое колесико двигает по экрану. Так, теперь переключайтесь типа на гизмо и все это дело поднимаете кверху. Вот таким вот образом. Здесь есть также, так, вот они настройки именно Tolerance. Так, это вот можно растянуть, влево-вправо картинку подогнать, вниз-вверх тоже поработать с размером картинки. Здесь тоже это все дело растягивается. Также здесь можно поставить прозрачность. Вот таким вот образом. Так, что еще можно сделать? Сделать более такой вид, чтобы сквозное было восприятие, я так понял. Ну и вот это вот тоже можно еще уменьшать. Формат цвета стоит. Ну, в принципе, прикольная штука. Ярче, темнее. Вот таким вот образом здесь все это дело преобразуется. Вот так вот. Вторую, чтобы второй референс добавить, опять же, на 4 окна переключайтесь. Жмете на окно и жмете, можно нажать на View, вот это View. И заходите в Image Plan нажимаете и выбираете второй референс, окей. Также переключаетесь на одно окно. Теперь щелчок по любому вот этому плану. Можете им передвигать, корректировать. Alt, левая кнопка мыши. Щелчок по этому плану. Можете его вот так вот выдвигать, поднимать. Если вам нужно подкорректировать его, допустим, ну, где-то вот таким вот образом, и нижними вот здесь вот корректировками можно его чуть-чуть вот вбок как-то уводить, там регулировать, но это уже по обстоятельствам. Также можно нажать вот на этот значок, и здесь вы уже можете его фокусировать, scale, ну, типа меньше, больше. Вот этим значком вы можете его крутить, вертеть, подгонять и так далее. Но это вот первый способ. Тут еще масса настроек. Это уже второстепенно. Мы их еще потом в процессе работы над каким-нибудь объектом рассмотрим. Рассмотрим второй способ, как именно подгрузить референсы. Это уже как в Blender. Вставляем план пустой и в него уже вставляем картинку. Image Plan. Так, ну погнали. Начнем именно вот с этого. Вставляем план. Колесико приближает. Alt, левая кнопка мыши крутит. Alt, правая кнопка отдаляет, приближает. Так, надо приблизить. Что здесь у нас присутствует? Так, смотрим, что у нас тут есть. Надо убрать сабдивизии. Убираем сабдивизии. Вот сюда вот на значок нажимаете, на верхний. Так, сабдивизии у нас убраны. Следом здесь можно именно изменить размер нашего плана. Где-то вот так. Что-то в этом духе. Пусть пошире будет чуть, ага. Теперь Alt. Правая кнопка мыши можно уменьшить. Следом Alt, левая кнопка мыши. Переключаемся на гизмо. Поднимаем план. Alt, левая кнопка мыши, его перекручиваем. И следом нужно зайти
Так, переименуем вот этот план, напишем image план. Image план. Жмем Enter. Так, следом, что нам нужно сделать? Нам нужно подгрузить именно картинки. Так, сабдивизии убраны, поле план, image план, вот он у нас есть. Вот оставляем image план. Теперь давайте подгрузим ламбер. Q. Правая кнопка мыши и ведем вот сюда вот вниз. Находим ламберт. Нажимаем левой кнопкой мыши. Подгружается ламберт. Или вот ламберт 1, ламберт 2. Уже у меня просто он стоял. И теперь подгружаем. Так, same number. Surface. Нажимаем ламбер. Жмем color. Выбираем именно так файл. И подгружаем сюда какой-нибудь референс вот через эту папку. Десктоп, мой компьютер, в любом месте можете найти именно свою картинку. Ну и вот такой вот референс фараона подгружаем. И теперь жмем вот эту вот текстуру. Вот так вот подгрузился у нас гражданин. Alt, правая кнопка мыши уводим. Alt, левая кнопка мыши крутим, вертим. Вот так вот. И теперь через гизмо выделяем, поднимаем. Можем теперь его перекручивать как нам надо. Вот таким вот образом. И теперь можем scale увеличивать, прибавлять. Ну вот в таком духе. Вот такая штука. Следом можем сюда уже подгрузить примитив и уже с ним работать. И вот, по-моему, Ctrl-D. Попробуем сейчас дублировать. Так. Вот, Ctrl-D дублирует. И можно на этот план поменять именно картинку. Lumber Image план. Теперь заходим, смотрим, где он, что он. Ламбер 2. Ламбер 2. Имейдж план. Пишем 2. Enter. Теперь опять Q. Правая кнопка мыши, подгружаем еще один ламберт. Он очищается у нас вот так вот. И через этот ламберт, color, подкидываем файл еще один. Открываем папку, находим второй референс, открыть. И вот мы его подгрузили с успехом. Теперь на него щелкаем, переключаемся на гизмо. И можно вот так его теперь установить. Вот таким вот образом. Так, Ctrl-Z. Немного еще путаюсь в клавишах. То ZBrush, то Blender, то 3D Quad, все поперепилось в доме Обломовых. И вот так все это дело отводите, выставляете, вот именно, чтобы не мешалось потом здесь все это дело лепить как-то подальше, вот как-то вот так вот. Все это дело перекручиваете, подгоняете. Колесико Alt зажато опускаете. И вот здесь можно теперь именно выставлять вот эти вот все настройки прозрачности. Именно вот Lambert 3, Lambert 2,
какой вы установили, вот можно здесь вот так его регулировать. Вот таким вот образом. Вот так вот. Больше, меньше, прозрачность больше, красок побольше, светлость потемней. Ну, таким образом. Вот такой есть способ еще. Ну, он, честно сказать, мне менее нравится, чем первый. Не знаю, как вам. Пробуйте. Все, всем пока, до свидания.